Станешь ли ты чемпионом полулегкого дивизиона UFC? 100%. 100% я стану чемпионом полулегкого дивизиона. Я просто делаю свое дело. Я всегда считал себя лучшим, я уже чувствую себя чемпионом. Я много раз преодолевал трудности. Так что, когда вам говорят, что у вас что-то не получится, что вы андердог, что вы бьетесь с чемпионом или что вы недостаточно хороши, знайте, что мне это постоянно говорили, я чемпион мира. Если я смог, то и вы сможете.